Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Миша, еще я купила творог за УК Ленинской, ну, потому что вкусный. Может быть, из него что-нибудь замутим? Творог? Угу. А давай сделаем чизкейк. А что, так можно было, да? Ну, в принципе-то оно так легко ломается, да? Да подожди ты. А это зачем? Ну, а вдруг у тебя дома нет блендера, которым ты можешь что-то измельчить нормально? Ну вот, поняла, век живи, век учись. А чего я такого не знала, а? Я сам только что придумал. И в эту массу мы добавили сейчас с тобой растопленное сливочное масло и разложим сейчас все по формочкам, да? Да, сейчас аккуратненько выкладывай по одной ложке. Давай, давай, все, все по красоте сделай. Вот и настало твое время, творожок. Ой, какой хороший, вообще мягенький. Мягенький как раз подойдет. Все потому, что правильные продукты выбираем. За УК Ленинская. Согласен. Так, это что мы делаем? Добавляем сахарную пудру. Нам надо же будет, чтобы было сладко и вкусно. Опять? Ну, вкусно же. Ну, тогда ладно. Теперь остался последний штрих – лимон. Ну, у нас финальный этап. Мы выкладываем полученную массу. Да, выкладываем и собираемся запекать. Нам осталось это запечь в духовке при температуре 180 градусов, ну, приблизительно 15 минут, и все, можно ставить чайник. Да, только сначала оботри все края, чтобы было чисто. Весь секрет ты же поняла. В качественных продуктах. За УК Ленинская. Что, моя дорогая, обедать? О, нет. Наверное, сегодня не получится. Работы завал. Обещала в ресторан. Прости, пожалуйста. У меня, кстати, есть идея. Если ты не можешь сходить в ресторан, ресторан может приехать к тебе. В Панораме начала работать доставка. Заходишь на сайт ресторана Панорама и выбираешь все, что ты хочешь. Я предлагаю салатик, отбивные с картофелем и флируны из лосося. В конце концов, мы же в ресторане заказываем. Да, и самое главное, совсем забыла сказать, цены-то цены какие. Ты можешь заказать, допустим, комплексный обед всего лишь от 190 рублей и комплексный ужин от 280. О, уже привезли, отлично, и время-то прошло всего ничего. О, вкусняшечки! Твой любимый салатик. Флируны из лосося, ты посмотри, какая красота. Ну и, конечно, стейк. О, тебе это очень понравится. Представляешь, все блюда из основного меню предлагаются со скидкой 20%. Так, подожди, у нас же еще один заказ был. Нет, моя дорогая, это я себе. Приходишь домой, уставшая с работы, пока уроки проверила, и отдохнуть хочется, а тебе еще есть готовить. Ресторан «Панорама» специально для тебя подготовил полуфабрикаты, шоковая заморозка. Приходишь домой, разогреваешь, и все, у тебя готовый ужин. А это специально для тебя, ну то есть для тех, кто не умеет готовить. Заказываешь полуфабрикат, и здесь краткое содержание рецепта. Ну вот, считай, побывали в ресторане, не выходя из офиса. Красиво, вкусно, сытно, а главное, экономит время.